Обращаясь к тем, кто сегодня на Западе, вероятно, удивился увиденному и услышанному, Владимир Путин призвал осознать реальность и перестать раскачивать лодку под названием «Планета Земля». Президент упомянул в этой связи обновленную ядерную стратегию США, в которой допускается возможность ядерного удара в ответ на применение обычного оружия или даже в случае киберугрозы. По выражению российского лидера, то, что сказано сегодня, должно отрезвить любого агрессора. Любое применение ядерного оружия против России или ее союзников, малой, средней, да какой угодно мощности, мы будем рассматривать как ядерное нападение на нашу страну. Ответ будет мгновенным и со всеми вытекающими последствиями. Ни у кого на этот счет не должно быть никаких сомнений. Не нужно создавать для мира новых угроз, а нужно, наоборот, садиться за стол переговоров и вместе думать над обновленной перспективной системой международной безопасности и устойчивого развития цивилизации. Мы всегда вам об этом говорили. Все эти предложения остаются в силе. Россия к этому готова. Наша политика никогда не будет основываться на претензиях на исключительность. Мы защищаем свои интересы и уважаем интересы других стран. Руководствуемся международным правом, считаем незыблемой ключевую роль ООН. Именно такие принципы и подходы позволяют нам выстраивать прочные, добрые и равноправные отношения с абсолютным большинством государств мира. Мы заинтересованы в нормальном, конструктивном взаимодействии с США и Евросоюзом. Рассчитываем, что возобладает здравый смысл, и наши партнеры сделают выбор в пользу честного, равноправного сотрудничества.